Самые главные слова в жизни каждого человека – это, наверное, с днем рождения, да? Это слова, которые ждут все. И если тебе один год, и если тебе 101 год, неважно. Это очень приятные слова. Дайте три раза с днем рождения. 3, 4. С днем рождения! С днем рождения! Пролетает самолет с твоим изображением. Данил, это все для тебя. Но самое главное, что ты сейчас тоже можешь ответить и прочитать подарок. Вот прочесть в подарок всем присутствующим от именинника. Ну, подарок от именинника. Стихотворение. Тебе нужен микрофон? Нет, прекрасно. Давай, объявляй название автора. Есенин, письмо матери. Ты жива еще, моя старушка. Жив и я. Привет тебе. Привет! Пусть струится над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет. Пишут мне, что ты, тая тревогу, загрустила шибко обо мне, что ты часто ходишь на дорогу в старомодном ветхом шушуне, и тебе в вечернем синем мраке часто видится одно и то же. Будто кто-то мне в кабацкой драке саданул под сердце финский нож. Ничего, родная, успокойся, это только тягостная бредь. Не такой уж горький я, пропойся, чтоб тебя, не видя, умереть. Я по-прежнему такой же нежный и мечтаю только лишь о том, чтоб скорее от тоски мятежной воротиться в низенький наш дом. Я вернусь, когда раскинет ветви по-весеннему наш белый сад. Только ты меня уж на рассвете не буди, как 8 лет назад. Не буди того, что отмечталось, не волнуй того, что не сбылось. Слишком раннюю утрату и усталость испытать мне в жизни довелось. И молиться не учи меня, не надо. К старому возврата больше нет. Ты одна мне помощь и отрада. Ты одна мне несказанный свет. Так забудь же про свою тревогу. Не грусти так шибко обо мне. Не ходи так часто на дорогу в старомодном ветхом шушуне. Данил Караченко. Ну что, страшно, именинник? Да. Да. Я думала, он скажет, вот значит, плохо танцевал. Если бы ты танцевал хорошо, ты насквозь бы протанцевал сцену, и было бы тебе не страшно.